Добро пожаловать на канал Мусалим. Сегодня у нас в работе Toyota Corolla. Будем делать по программе Олимп материалами комфорт, шумоизоляцию полную. Машина в данный момент в разборе. Будем работать. Положили первый слой в двери гидроизоляционного материала и потолок. Вот так у нас выглядит второй слой войлок. Положили первый слой в салоне на пол. Кладем на горячую, прокатываем роликами для лучшей адгезии, чтобы все плотно приклеилось. На дверях уже второй слой виброматериала. Посмотрим, что у нас в багажнике. В багажнике на арках у нас 4-миллиметровый виброизолирующий материал и 3 миллиметра для ниши запасного колеса. Продолжаем работу. Положили вторым слоем на пол материал бибетон шумопоглощающий и третьим слоем также на двери бибетон. Начинаем сборку. Закончили работу, все собрали. Все как было, все на своих местах, ничего не поцарапано, ничего не поломано. Всем спасибо, оставляйте комментарии. Всем всего хорошего.